И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Что ж, я уже даже и костер разжег, потому что персонажу холодно. Я ноги ходил босиком, блин, поколол. Даже какая разница. Может, о, кстати, вот это доходит до почти до 100% уже. Ну, в смысле. Посмотрим, может, как оно сюда перепрыгнет, что будет. Стадия, может, следующая. Может, заживление будет. Может, костер не... На этом костре нельзя обжечься, серьезно? Это маленькое, а на большом можно, я обжигался. Вот пареемся. Положил кусочек мяса, может, приготовиться. Все равно даром тут стою. Жду уже 8 единиц здоровья. Так, пробовать. Подгорает, сырое. Но оно нифига не подгорает, потому что процент не меняется. Испорчено. Нифига оно там не испорчено. 49% это не... не спо... поп-поп много. Четыре, шесть. Вот здесь надо оставить. Оно удереется, вот или нет, непонятно. Так, слегка приготовлено. О, отлично. 7 единичек здоровья. Может быть, еще один кусочек взять. Успеем, я куда-то мясо там запихивал, где-то по курткам распихивал. А больше некуда положить, да? Ладно. Прям на этот же кусок мяса можно воткнуть? Да не штергайся ты там. О, по идее должно быть нормально все. Слегка приготовлено. Так, подгорать сыр испорчено. Ну, сколько там? 6 здоровья. Все черно-белое уже стало. Так, смотрим стадии. А вторые, потом не в третий. Короче, в любом случае оно добьет меня. Сюда оно не пере... К стабилизации оно уже не пойдет, к сожалению. Блин. Давай бревно в костер добавим. Ой, один единичка. Давай забирай в машину быстро. Давай, давай. Это пока я буду шастать, где-то оно пропадет. Ну все. Вот тут возле костра и сдохнем. Мордой в костер. Норм. Так, в этот же сектор, само собой, будем падать. Так, вон тут. Вот так я прям вообще рядышком. А это что? А вон моя машина. Серьезно, прям... Прям туда же падаю. Что-то здесь за строения какие-то. Это стрельбище, что ли? О, серьезно? Вот это номер. Блин, меня немножко туда, конечно, понесло. Ну да ладно. Побежали. Может, что-то чем-то можно будет поживиться патронами, ружьем. Опа. Или получить там в жопе от зомби. Ну там зомбарь. Ой, да не один, тут еще и военный, беги. У меня ничего нету. Давай, 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 в дом хотя бы забежим. А что мне даст этот дом? Блин, где-то хибара, я не вижу ни хрена. Отстали, не отстали. Ой, я уже перебежал, по-моему, да? Я вообще никуда-то сюда не попал. Это не моя машина, блин, вот что это, наверное. Точняк. Ты молодец. Ладно, где я? А, вот. Вот это мое место, мне надо туда бежать. Ладно, мы еще сюда зайдем. Пока буду бежать, буду грибочки есть. Нашел там. Опята какие-то там. Так, я хоть правильно бегу или нет? Нет. Чего это у нас? Никого нету? Давай еще съешь.
Никого. Может, тут что-то интересное есть для нас. Это у нас болт. Ладно, болт оставлю, я потом заберу его. То же самое. Ешь давай. Сырые грибочки. Туалет. Так, я правильно бегу? Да-да-да. Так, зомби, блин, там уже ходят. Мне как-то на карачке, в смысле на карачке, как-то на корточке, как бы подойти к твоей машине. Костер все еще горит. Ты ж хоть не сюда идешь? А че мое тело лежит там, если я помер вон там? Неважно. Мясо скворчит? Алло. Так, давай, одевай. Надеть. Так, яйцо, может быть, съесть. Ешь сразу. Так. Что-то у меня еще было. Вот каска и эти очки. Вот место есть. Все. Что у нас по оружке? Так, это давай сюда. Это сюда. Вот, отлично. Этот хлам надо в ящик вот этот положить. Не лезет уже? Вот, блин. Ладно, не лезет, так машина полезет. Посмотрим, внутри есть твой. Ну, никого. Отлично. Через окно можно убить их. Вон. Стоит. Блин, ну. Надо ж... Так. Я в столик пропал. Здравствуйте, тетя. Меня вот тут мужчина интересует, или кто там. Неважно, в общем. Субстанция на двух ногах. Эй. Ну-ну-ну. О, отлично. Так, ну не факт, что, может быть, тут еще здесь есть где-то. Блин, как ты кряхтишь, сразу. Дай сюда. Ну-ка, стрелу верни. Зато хоть цвета вернулись. Так, о, у тебя глазик есть, давай в куртку. Так, ну и стрелу. Там он кто-то еще ходил, но это может быть он или нет, я не уверен. А зомби-то опасные стали, их надо опасаться. Не знаю, как раньше удали, да и пофиг, а сейчас уже все. Так это не работает. Или он ушел, или это он уже и был за домом, пока я там одевался. Ладно, дожарю мясо. Самое интересное, что мясо, которое лежит в куртке и в ящике, ни хрена не испортилось практически. Нетронутое. Это как это работает? Сейчас я их разложу как-то там. Сколько у меня еще их? Да ё-моё, вот это я мясом затарился. По самой неболусе. Не знаю, жир, по-моему, тоже можно готовить. Открывай давай. В штанах, может, тоже что-то есть. Ну да. Ближе подойди. Блин, его развернуть надо. Ну ладно, положу здесь. Сейчас будем по нему проверять. Уходит дальше. Ну что такое, возьми. Чуть передвинь.
39,8. Во, процент не уходит. Готовишься? Слегка приготовлен. Ладно, давай на этот же кусок мяса. Где он там? Вот он. Будем ложить остальные. Офигеть, сколько их тут. Так, неплохо так все приготовилось. Оно особо не портится. Пробовать. Приготовлено. Правда, там писалось, что оно переварено. Но я думаю, не страшно. Внезапно человеческое мясо можно разделать. Стейки из человечины. Я сам себя разделал. Ну, как бы себя можно. Да сколько мяса еще получилось с моего персонажа. Я не знаю, как она будет там... Будет ли она его есть. Возьмем уши и зубы. Чего бы нет. Сделаем эти вот еще. Блин, столько костей. Костяную иглу можно сделать. Чего бы нет. Может, найдем еще нитки. Думаю, штуки две сделаем, и хватит пока. К нему можно, кстати, мясо свежее приготовленное положить, пускай в машине лежит, чтобы я знал, что оно там лежит. А ну. Ух, место дофига занимает. Так, ну это приготовлено. Давай кусок один съедим. Проверить. А ну ешь. Что скажешь? Ну это просто жир. Животный. Так, а что по желудку? О, это по желудку все. Можно, я думаю, сразу все съесть. Ага. Ешь все. Жирочек не пришелся ей по вкусу. А что так? Блин, а? Так, ну давайте отведем этот человеченки. Вот этот один кусочек съедим. Посмотрим, что у нее там по метаболизму. Никаких проблем вообще нет. Ну, в смысле, ни отвращения, ничего. Мясо как мясо. Это же нормально, да? Тебе это не смущает, что это человеческое мясо. Ну, правда, это персонаж мой был. Я думаю, так что это не сильно страшно. Колчан берем. Так, сначала закинь сюда. Не-не-не. Что там в сумке? О, так я еще могу. Короче, мясо-то отличное. Персонаж говорит, все, зашибись. Мне человеченка подходит, говорит, по весу нельзя. Это серьезно, блин. Оу, а чуть ты не влезла в ящик? А, потому что тут, блин, сложилось все не по-русски. Каким-то образом. Да ё-моё. Как так-то? Ну, потому что я не по порядку ложил, вот как. Место как бы есть. Во. Влезешь? Отлично. Все тихо, спокойно вроде бы. По-моему, здесь что-то есть. Бери давай. А, да. Вот здесь точно я болт оставлял. Вроде бы. Ага. А что там с желудком было? А. Отвращение к пище. Может, она как-то привыкнет? Потому что она хреновую пищу будет есть. Сомневаюсь, конечно, в этом. Яйца есть? Ну, блин, яиц нету. А это можно не закрывать. А тут никого. Совочек.
Можно взять. Маленькая лопатка. То есть маленькая лопатка, да? Заступ. Ладно. Че, в бочках иногда хоть что-то бывает или нет? Я еще, по-моему, здесь ничего не нахожу. О, еще одна маска на продажу пойдет. Так, я думаю, этих штук мне уже достаточно. Болты можно брать. Блин, ни гвоздей нет, ничего. Хоть перья. Ну, перья такое себе. Так, поехали наверх. Может, там что есть путевое. Ну, кроме мусорной кучи, тут ничего нет. О, коробка гвоздей. Отлично. Я могу вернуться домой и сделать два ящика. В смысле, не домой, а этот. Мы, в принципе, не так далеко уехали. Есть никого, никого. Вот эту штуку тоже. Ух, две штуки. Это все на продажу можно пустить. Пестициды, гербициды там какие-то. О, еще леска 0.12 или сколько там. А где на крышу выход? А вот иногда что-то попадается, прям совсем чуть-чуть, но что-то иногда есть, прям вообще можно даже не заходить. Зомбячка. Такая, а, кто, где? Давай, давай, беги, что не бежишь. Тут никого? Так, а яблочки случайно тут нет? О, обновилась, я застрял. Что случилось? Она подвисла. Она меня не слушается. Вообще прям. Ну вот, нашел баг новый. Здрасте, я ваша тетя. Надо перезаходить. Так, есть. Еще 4 гвоздя надо достать. Вот это прям находка действительно очень хорошая. Найс. Так, ну вот. Я все переложил. У меня теперь куча ящиков. Еще даже место есть. Так, этот ящик пустой. В общем, надо их как-то было бы... Ну ладно, буду искать потом, если что. Так, ну все, можно ехать обратно, блин. Может быть, опять так же напрямую съездить. Напрямую намного ближе, чем вот этот по серпантину этому ехать. Правда, есть шанс треснуться во что-то. Кто это? Зомбарики, да не одни. Да, я не один зомбарик. Конечно, можно было тут пошастать, еще поискать что-нибудь. О, банкомат, здрасте. Решил все-таки зайти. И вот нашел за комплект ремонта. Интересно. Электрооборудование. Упс, перевернул верхнами. Зашибись. Я вообще не так хотел. Просто боком положить. Еще колесо.
Это, по-моему, на передней, нет? Здесь тоже ничего. И больше тут ничего нет, да? Прям совсем. Там он еще штрих ходит. Ну ладно. Воды вроде здесь нету. Надо пойти еще посмотреть вот там вот. Там где-то зомбечка, кстати, была. Ладно, пускай там ходит. Блин, здесь пусто. А, была вода. Да, было, да сплыло. Зомби выпили. Ладно, едем обратно. $959 почему-то удалось положить, и больше нифига. Надо в банк ехать и там ложить деньги. Может быть, в следующем банкомате найдем. Беги. Блин. Я лучше решил, думаю, с пистолета шмальну. Патроны вроде как есть. Хорошо, у тебя ничего, как всегда, нет. Так, есть, да. Вот это вот, попей. Думаю, пару раз выпьем, думаю, достаточно будет. Все, хватит с тебя. Что-то здесь не хватает. Ладно. Так. Что можно положить сюда? Ничего. А как ничего? Вот это. Так, ну пошли смотреть, что тут. Так, не бегай. Так, во-первых, машина. Ты живая? Да, у меня даже бензин есть. А тут задняя есть? Блин, вот это вот мне надо. Так, ладно. Но мне тут нет. Ну, бензин мы сейчас сольем, конечно же. Казарма, здравствуйте. Есть кто? Никого. Тряпку беру, пробка не нужна. Клеем что-то можно делать, но вот что, пока не совсем понятно. По идее, бумагу можно было бы склеивать, делать там. Но почему-то вроде такого красного нету, чтобы бумагу делать. А не бумагу делать, а в смысле книжку записную. Да, закрой давай. Сходим посмотрим, что здесь есть. На вышке на этой. И заодно смотримся. Блин, тут так, 50, 100 метров, там 200. Ого, далеко. Так, а там военные палатки вроде вон они, да? Что-то такое там за кустами, да, не поймешь. Там зомбари были. Надо вон туда сейчас сходить и туда сходить. Ну-ка. Пошли посмотрим. Может, там все-таки оружие есть. Было бы неплохо. Надо бензин не забыть забрать. Так, это просто. Я думаю, тут что-то есть. Пусто, пусто. Блин, ну серьезно.
Вроде кто-то где-то закряхтел или показалось. Нет. Не показалось где-то вот там. А, вон. Ой, такой говорит. Дыхание можно задержать, я и забыл за это. Блин, ничего нет. Дать хоть что-нибудь. Это ж стрельбище, идти колотить. Зашибись, вообще ничего нет. А кто на стрельбище курятник, интересно, вас? В котором еще и перья есть. О, вот яйцо, спасибо. Еще одно. Есть? Нету. Так, ну, о, какая высокая вышка. Осмотримся, вот туда глянем. Есть там что-то или нет? Блин, на вышке тоже вообще ничего нет. Через эти кусты ничего не видно. Нехило в этом курятнике еще больше яиц. Ну да, это скорее всего одно и то же, что там, что здесь. Так, ну давайте еще сюда поднимемся. Я-то думал, что здесь может быть ружье где-то лежать, ему палатки, да. Ну хотя бы патроны какие-нибудь. Так, палатки есть, а вот зомби я не вижу. Ага. Присядь-ка. Ты меня не видишь, я тебя не вижу. Вставай. Ну давай. Вниз. Еще пульнем разок. Наверняка где-то кто-то еще есть. Просто я не вижу. Может где-то за палатками кто-то ходит. Так, перезарядимся пока. На всякий случай. Так, надо не забыть бензин слить в машины. А то я могу. Я уже, кстати, не один раз так уезжал, забыл бензин сливать. Говорил, что солью, а на самом деле нет. Не сливал. Сел да поехал. Это листики или что это? Да. Давай, дружочек, мне что-нибудь хорошее. А, я же уже зарядил. Ну ладно. Так, а куда я еще стрелы провтыкал? Ну ладно. Где-то я их все время теряю, бляха-муха. О, отверточка, спасибо. Правда, не полная, но все равно. Что там? А, это камень, блин. Но все равно надо быть аккуратным. Зомбари не такие, могут где-то сидеть. Опа. Еще и в хорошем состоянии. Сразу зарядим патроны. Следующие. Конечно, она полная не будет. Или будет? Да не, не будет. А там 15 патронов вроде влазит. Ну, половина обоймы есть, отлично. Блин, больше ничего нет. Ладно. Птички поют. Так, давай что-нибудь. Да ёшкин кот. Еще ничего нет. Я так думаю, это с палатками все тут. Вот здесь стрельбища больше нету ничего. Интересно, на самом стрельбище вообще что-то может быть?
зашибись. Телефон. Перелезешь? Перелезет. Скорее всего, тут ничего нету, но я схожу уже до самого конца, посмотрю. Подхожу, кажется, что этой штуки здесь ничего нет. Прям совсем. Уже 400 метров. А сколько ж тут? Километр, что ли, блин? Ну, еще далеко, блин. Пока бегу, кушаю. Вот это оно, правда, немножко подпорченное, конечно. В смысле, вот это вот. Но оно 51%, как бы, не совсем уже 800 метров. А там, что там такое? А, там мишень, скорее всего, стоит в конце. Я думал, там кто-то стоит. Так, вот уже и дошел до самого. Вон там еще одна вышка, сейчас туда сходим. Так, тут небольшой окопчик есть. Эти штуки ездят на рельсах туда-сюда. Но тут ничего нету, вот 1000 метров. О, нормально. Там просто с номерками. Вряд ли там что-то есть. Но проверить надо. Скорее всего, там ничего и нет. Ну вот вышка. Давай, не подведи меня. Дай мне что-нибудь. Да серьезно? Вообще ничего нет. Ну там мне писали, что тут мало еще. Ну как-то я находил не пистолет. Ох, что это за грибы такие? Поганки, что ли? Похоже. Мухомор бледный, да? А, вонючий. Еще лучше. Так, вот дорога. А вот эта дорога. А, грунтовка. Тут я нифига себе прошел, блин, расстояние. Аж до следующей дороги, блин. Пошли обратно. Ну, сначала здесь пошастаем. Так, давайте заправим машину. Полностью. Полная, по идее, да. Так, это у нас какие? 45 ЦП. Это нам не подходит. 9 мм, по-моему, у меня уже закончились. Только все в обоймах остались. Блин. Ну ладно, это что? Тоже. Или это они же есть. Так, да, больше тут у нас боеприпасов нет. А в канистре что-то осталось? О, да, еще что-то есть. Сейчас это заберем весь бензин. Потому что это зомбари. Осматриваюсь, потому что они могли уже заспавниться. Сольем. Полное? Отлично. На пол пока поставь. 7, блин. К сожалению, не полная. Ну, сколько есть. Пошли. Еще раз посмотрим. Тут никто не появился, вроде бы нет. Так, к сожалению, если когда уходишь далеко, оружие не появляется. Ладно, вот так как-то на прививку пойдет. Надо ехать. Машину гонять не буду, но на ноги, вот тут виноград или что, тут можно поживиться едой, так, мне надо по асфальту так и ехать дальше, потом вот здесь не забудь повернуть. Пошли сходим, посмотрим, что там есть. Что-то далеко проехал, думаю, останавливаться, не останавливаться, тут решил остановиться, черти, через 10 метров, через 100 метров, блин. Да, это виноград, пожалуйста. Громко свежего винограда, плюс вода там, кстати, сколько там воды мне в жидкости. Так, витамины-то ладно. Вода 97 грамм. Плохо. Конечно, тут, чтобы найти виноград, надо, блин, каждый куст проверять. Их так много. Тут можно, блин, целый час тут просидеть. Так, доверху дойду, буду проверять. Посмотрим, что там в здании. Так, что у нас тут может быть? О, он, давай еще один. Кустик, может, повезет? Угу. А может, этот? А может, и нет.
такой хороший, прям готовая база практически. В этом ящике нашел брокколи. Серьезно? Ну ладно. Брокколи, так, брокколи. Тут еще грабли лежат. То есть вилы. Ничегошеньки нет. Так, перья уже больше искать не буду. У меня их, в принципе, предостаточно. Надо еще найти весь станок, чтобы можно было сделать эти. Попробовать железные наконечники сделать. К сожалению, тут ничего нет. Ну, давай хоть винограда, что ли? Блин, дай хоть винограда, сучка. О, спасибо. Может, еще дадите? А может быть и нет. Так, а тут уже нас уже встречает местный житель. Так, Нива, у тебя есть что-то? Ну, тебе топлива нет. Вроде никого. Ну-ка, дай-ка, что у тебя там было? Студент. Ничего страшного, пускай так перезарядит. Сразу на чердак сходим. Вряд ли здесь, конечно, что-то хорошее есть. О, что это у нас тут? Такой же личик, как я уже находил. Заберем. На продажу. Ой, сколько перьев. Ладно, бери. Уговорил. О. Не, вообще ни в каком состоянии. Так, это возьмем. Это все можно продавать. А что ты в руках держишь? Тут нет места, что ли? Есть. Так. О, баксы. Так, еще одни вилы влезут. Странно, это другие. Блин, по ширине не входит, да? Ладно, давай сюда. Это куда-нибудь в руки. Ух ты, они высокие. Да что ты будешь делать? Да в штаны кинь, лед в рубашку. Да с какой вы длины, блин? Так, ладно, здесь оно не мешает вроде бы. Ух, ни хрена себе лопатка. Ну, что-то надо по-любому строить. Еще это взял. Которое мне не особо нужно. Так, надо что-то съесть. Это долго. Вот это съем. Вот, все-таки на чердак я нашел вот что-то. Порох. Не так много, но порох. Кстати, я патроны могу сделать. Так, есть тут в доме. Туфли есть как минимум. Туфельки. О, бутылка вина. Бутылка вина — это нужная вещь. Блин, я машину так далеко бросил. Молодец, блин. Тебе придется бегать туда-сюда. Никого? Никого. И здесь никого. Отлично. Блин, выросла капуста. Ну, такое себе. Так, оказывается, у меня есть с собой патроны. Трассеры. Да, по-моему, какая-то из этих. Да, вот она, недозаполненная. Ну-ка. Где они там? Нам что трассеры, что не трассеры. Главное, чтобы пули были.
Оп, и темно стало. Так, а может быть у вас тут... А может у вас тут есть вода? Или что-нибудь еще вроде этого? Собачьи будки. Раньше я не видел. Это их добавили, что ли, в каком-то обновлении? Или я просто на них внимания не обращал раньше? О, вода есть. Так, хорошо, надо бутылку, по-моему, где-то у нас... Так, а тут у нас случайно ничего нет? Случайно ничего нет. Еще вина найдем, может быть. Веревка 5 метров возьму. Может, там какой-то лук можно сделать из них более лучший. Или улучшенный. Ну, хотя мне арбалет больше нравится, конечно. Где? Вот он. Это что, 35, там что, 20? Натяжение, что ли, или... Как это понимать? Так, о. Кроссовки. Так, давай сюда. Пока сюда буду слаживать. А это можно положить вон куда-нибудь в куртку. Виноградик. Никого? Никого. Резинка это, блин. Уж она есть, что ее нету. Или вообще-то хоть что-то бывает? Наверное, нет. Где машина-то? А, вон. Оставил машину, черт где. Так, все-таки, может, я хотел, может, думаю, может, мопед здесь найду. Нет. Вот там еще, правда, не смотрел. Так, я что-то хотел взять. Тут места еще много есть. Где-то бутылки воды еще есть. Так вот, где? Хороший вопрос. Так, это у нас опять же те же самые, блин, патроны. Я уже на который раз на них смотрю. Так, тут ничего нет. Давай машину. Второй ящик. Так, во, бутылки есть. Так, вот, 20. А, так я все заполнил, да? А, нет. Вот и нет. Давай-ка. Выпей. Водичку. Да заправимся. Давай еще выпей. Проверить. Так, значит, там внутри лимонад. Тогда нет смысла ей выливать. Ладно. Перья есть, перьев нет. У вас что-то есть интересное? На этот же скраб, я уже на них смотреть не могу, на этот скраб. Ну, серьезно? Прям ничего, ни яичка, ни фигичка, ничего нет. О, сейчас наберем как раз вот еще 10 перьев. Все, я думаю, этого будет достаточно. Серьезно, органическое удобрение? Да ну и баня. Хотя его можно продать, наверное. Я не уверен. Не знал, что его можно найти. Так, что это у нас тут? Опять лифчик, короче, пишет, что брат. Ну, черный цвет. Так, и, бля, куда тебе? Разошел в руки. Чердака тут нету? Нет, чердака здесь нет. Ну, ладно. Тыкнем кого-то вилами. В пятую точку. Оружие, правда, слабое. А я вообще-то не хотел залазить. Ну, ладно. О! Тактический. Блин, не влазит, надо убрать что-то одно и запихнуть вот это. О! Ничего, тут никогда не было ничего. Микроволновку я еще вообще ни разу ничего не находил, но я продолжаю проверять. Думаю, когда-нибудь да повезет. Класс, ничего нет. Так, я тут был, да? Так, ну, отлично. Так, вот какую-то сумку нашел. Что это за сумка такая?
На поезд, что ли, а ну-ка надень. Ага. За место той. Сколько там слотов? На этой сумке? Ого. Конечно, я лучше эту носить буду. Прикольно. Она еще больше, чем та у меня. Зашел в домик, так посмотрите тут вот. Сюрприз. И никого. Так, тут, блин, никогда ничего нет. Так, мотоциклетные ботинки. А у них нету, да? У них, по-моему, нету этих. Ох, какие они огромные. По-моему, их никто еще не покупает. Поэтому я их и брать не буду. Там нету случайно мопеда где-нибудь? Надо сходить и глянуть. Тут еще картошечка можно разжиться. Неплохо. Еды много не бывает. Хотя, правда, она портится. Так, ну посмотрим. Вроде тут никого нету. Колышек, миска. О! А вот за вот это? Спасибо, отдельное. Так, болты. Сейчас эту штуку можно брать. Она там копейку стоит. Так, и что тут уже было? Так, колодец. Колодец хотел... Чего орешь, дурак? Ничего нет. Здравствуйте, молодой человек. Здесь что, бочка, блин? Насколько вы смотрите? О, что это? Сахарная свекла? Интересно. А вот что бочка хранится. Вот тебе ответ. Сахарная свекла. Ну, наверное, там что-то еще есть вроде этого. Портативный фонарь рабочего? Ох, ни хрена он место занимает. А ну на землю поставь. Что, его даже включить можно? Да. Ух ты. Выключи. Уже немножко сел. Заберу. Базу освещать. Перья, блин. Может быть, брать или не брать. Фиг его знает. Продать их все равно нельзя. А стрелы можно сделать. Серьезно, это все отдельные? Я думал, это одно и то же. А вот и нет. Блин, ничего нет. Ты толстый, пройди. Тут ничего нет. Да, блин. Так, заглянем, что в теплицах есть. Как всегда, ничего. Хотя это вообще-то... О, лук. Но вообще-то на теплицу это совсем не похоже. Теплицы как бы должны быть стекла, разве нет? А тут тент просто. Как-то странно сделано. Ладно, не буду тут искать. У меня жратвы много. А здесь что? Блин, еды, ничего. О, огурцы, давай. Огурчики, это хорошее дело. Ну да, так вот. Ни одного не дали, а так нормально. Блин, ни одного. Посмотрим, что там внутри. Так, ну что ж, к сожалению, не повезло с мопедом. Ну что ж, я буду дальше ехать в следующей серии, конечно же. Вот сюда и вот, наверное, в этот большой поселок. Там, возможно, что-то будет. Потом вот это что-то такое интересное, не знаю. Как-то странно расположено. И дорога как-то непонятно. Короче, тут столько мест, где еще не было, и даже... Обалдеть. Тут еще по реке можно сплавляться везде. Не, ну туда мы не поедем, конечно, слишком большой круг делать. Если вот так вот поехать, посмотреть, что здесь, потом переехать здесь по этому мосту через остров. Ой, не, блин, это слишком далеко. Ну что ж, я буду заканчивать серию, так что всем спасибо за просмотр и всем пока.